первый гол на 4-й минуте был забит, как-то это сильно подкосило команду, как сказалось на игре. Ну, конечно, неприятно пропускать, тем более стандарты, где нам объясняют, как нужно действовать. Где-то что-то не разобрались, будем опять же смотреть уже на разборе. Нет, я думаю, это наоборот как бы оживило команду, команда задвигалась сразу. Ну, понятно, что нельзя на 4-й минуте пропускать такие голы, но это футбол, это... Разное может быть, не надо просто опускать головы, надо играть. И мы сегодня это сделали. Единственный минус, конечно, что мы отрабатывали оборону на стандарт. Мы как раз вот пропустили. Но пока это наша проблема. Первые 10 минут мы как-то вкатываемся туговато в матч. Надо как-то другой какой-то вариант найти. Не знаю, в раздевалке, может, потолкаться там или что-нибудь поделать. Но потому что, естественно, это разбудило команду. Мы пропустили, нам нужно было отыгрываться. Любой здоровый организм побежит отыгрываться. И ребята сразу задвигались, начал мяч ходить быстро. На меня это как бы негативно никак не повлияло. Я, то есть, в принципе, был готов продолжать дальше играть. И молодцы ребята, что среагировали правильно, начали быстро двигать мяч. Как бы я пытался об этом говорить, подсказывать. Пытались выполнить тренерскую установку, скрывать оборону, расшатывать, находить свободные зоны, туда ходить. Что-то получилось, что-то нет. Уже будем разбираться. Как тебе соперник сегодня? Хорошая команда. Но не зря они в прошлом году крепкие середнячки были. То есть видно, что... Команда свыше или выше лиги играет. То есть достойный соперник. Соперник был неплохой. И мы ожидали, что будет сложный матч. Но здорово, что комбинационная игра впереди, которая наигрывалась, сегодня проходила. И хорошие были моменты у нас. Помню, как момент развивался. Ну, побежал шире, Игорь Рожков откатил, я пробросил, в центр ушел, пробросил, прострелил, и Барсуков забил. Сегодня был защитник Скотт-Дивара, как вот с ним вообще не... Ну, я с ним был, да, в Слуцке вместе играли, да. Ну, я немножко английский язык, в принципе, на таком базовом уровне знаю. Он приехал в команду, я был ближе к нему, потому что надо было помочь парню там адаптироваться, и тоже там тренера попросили. Ну, и как бы я знаю его, в принципе, вот, что мы с ним провели в Слуцке, очень хороший парень, порядочный. Как бы, в принципе, у нас сегодня не возникло проблем. Я ему что-то подсказывал, он, в принципе, такой, понимает, и обратная связь у нас была. То есть, я думаю, с адаптацией проблем у него не будет. Если качественный игрок, я думаю, что он нам поможет. И даже сегодня видно, что физическая форма еще далека от идеала, но уже видно было, что человек квалифицированный защитник. Ты всегда очень активно так общаешься с партнерами во время матча. Вы же знаете, это, наверное, требования вообще в футболе есть. Если просто в Европе, наверное, нет возможности так активно подсказывать и общаться с командой, потому что там, в принципе, наполнение стадиона не дает. А здесь у нас, во-первых, тренерского штаба требуем. В принципе, я вижу, что у нас есть такая химия между защитниками, мной, и что, в принципе, это дает плоды своим. Все, спасибо вам.